Начало миссии, начало третьей встречи сегодняшнего вечера. Dark Horse против To Be Announced. Карты были озвучены в чатике. И, кстати, да, ребята, тенденция как-то так идет, знаете, DC, Midtown, DC, Midtown. А сегодня DC, Midtown, VVG, Midtown, VVG. Как-то так. Ну, хорошие карты, мне они нравятся, в принципе, тоже. Midtown вообще сигнатурочка. Лайк. Ну, конечно, когда каждый раз смотришь, вот такой же момент есть, что, ну, приелся же, что ли. Ну, для команд-то нет. Команда-то играет по одной встрече. Это мы с вами сидим, смотрим по три встречи, как-то вот так вот оно работает. Есть такой момент. Заход на Б, то пытается быстро Dark Horse забрать эту точку. Им отдают ТБА. Заходите, пожалуйста. Но наверняка игроки Dark Horse понимают о том, что и не раз смотрели, как была приемка у ТБА по отданной Б-точке. Как-то так. Но все-таки есть постановка. Раскиды сильно не помогли. Пианонсет. Сбить плент. Там какой-то только тайминг лишь потерян был для них, но не критично. Роуз, понимая о том, что ему по пятам нацелены игроки обороны, пытается петлять и забить на родном ЦК, где Лакост играет, он спокойно его заберет. И вы, кстати, еще будет на бету с квадрата. Дискрейшн. Вместе с Эва пытается пройти. В это время Вейзик еще с КТ прессинг оформляет, но там выход от Роуза, который все-таки смог по ЦК поработать. Выход от него на Дискурейшн, времени как раз-таки хватает, чтобы они успели выиграть раунд или же... Ну да, все, Вестейшн бросил просто управление. Первый раунд за Dark Horse'ами. Отпущенный плен сейчас не сильно помог, но не удалось разработать как раз-таки всю атаку. Но за малым дело, за малым было, немного не хватило. Илья, передай привет Лакосту. А, наоборот, Серж, я понял, что ты сказал. Я просто подумал, под твичом нет ссылки на YouTube. А ты сказал наоборот. Подожди. Он на твич. Все, хорошо. Я тебя услышал. Постараюсь сегодня же, наверное, ссылку-то и вставить. Окей. Эдмайр, забирай этого ника. Раскиды хаят, центральное кафе занято сейчас игроками Dark Horse, в принципе, они могут с ним работать и зайти то ли на альфу, то ли на бету, но это будет бета, так точно. Хейз летает, Вестейшн, хороший бросает, и хороший также вторую, оформление пошло, атаки заходящие, минус 2, Вестейшн, далее пошел. Розу забрать уже не смог, но тоже неплохо поработал. Оборона сильно не торопится, потому что, опять же, отпущенная точка Б, они с ней могут работать. Но забирать Дисплейшн, неприятности сейчас для обороны. Залетает хаешка в сторону Аплен, да, точнее Б, простите. Окей, попытка его поставить затруднена этими хаешками, но повторить вновь. Лакост уже на входе, Роуз потирает ручки в моменте убийства Лакоста, это удается сделать. Вызик 1 в 3, окно еще не разбито, хаешек нету, нужно идти выбивать, а три оппонента для него проблемы. Да, хаешка готов Роуз разбрасывать, бросает под зонты, но оппонент не там, а втуки работает соло, забирает сейчас, забирает раунды под бетой. Чья ставка была у тебя Announced на эту точку? И сейчас, знаете, как-то неприятно, что ли, наверное. Потому что расчеты не удается. Но сейчас, наверное, не будут отпускать уже. Потому что не удается. Не получается. Dark Horse забирают их стратежку. Спокойно вообще, как орешки. Щелкают. Тут для вас ставки, ребята. Ставьте. Так, Эдмайр забирает Оника, далее на ножах заход под квадрат, его Эвастейшн закрывает сразу же, и попытки атаки пройти под оплен, Диспирейшн играет на закрытие, Эвастейшн пойдет в спину. Вазик также, это что, Роуз просто на ножах бежал? Просто до упора бежал, даже когда увидел оппонента, вообще пофиг. Я, говорит, побежал. Эва, выход на длину, нашив в сторону Спарса, пытается попасть, удается закрыть его. Бомба установлена, Вазик на кассе. Поджидал оппонента и смог забрать сейчас Вита. А далее был Артуки, которого он также закрывает. Неплохая прием очка и запирает тебе анонсы для себя раунд. Бомба деактивирована. 2-1. Миссия провалена. Начало миссии. Что, Эва? Отличная статистика для него сейчас. Хороший задел на будущее. От этого молодого человека можно будет далее двигаться. Но он на бете хорошо себя показывает, и на перемещение тоже, в принципе. Так. Раскиды ХЕ. Dark Horse побегут куда? Вопрос. Ой-ой-ой, хороший ХЕ под Inspiration. На ящиках он был убит. Итак,
Раскиды под респаун. Раскинули хаешки и как бы никуда не пошли. Dark Horse. Пока сидят. Аккуратненько, крудется. Роуз. Ой, Роуз. Адмайр, простите. Роуз просто стоит. У него незатейливая позиция за телефоном. Можно было бы позвонить Бобби Котику. Позвать на помощь. Кстати, циферки видно. Оп. Посмотрим мы. Пока за достопримечательностями Мидтауна. Апачка залетает в обе стороны. Эдмайр забирает Вейзика. Сразу же размен на Эдмайра пошел. А Артуки на хаешке фраг себе нашел. Далее проход под Альфу. Лакост. Лакост на приеме играет. Нужно попасть хоть по кому-то. В нашу сторону Артуки забрать не удается. И Ротейшн последний его также закрыли. Дарк-Хорсы вновь набирают себе массу, при которой двигаться вперед. Dark Horse на массе. Вот как-то так. Эдин. Спеша take my energy. Но пока energy до него не доходит особо. 2-4 идет он, тиммейты не все тоже, ну, вроде бы стараются стреляться. Пока только у Вестейшена получается лучше всего. Роуз закидывает хаешку с легкой руки, забирает Вейзика. И можно спокойно ставить бомбу. Забрасывается ХЕ в ЦК по информации. Там Никитке нужно потанцевать. Бомба. Все пока окей. Выход на четверку, которого не будет. Он там просто чекнул. Ну и есть опыт. Диспирейшена слышали. Эвас КТ. Пошел чек. На шиву сторону двойки. Информация по его появилась. Ну и должна быть приемка. Диспирейшен забирает Роуза. Неплохо вроде бы, но оппонентов слишком много. Это четвертый раунд. Dark Horse просто диктует для оппонента свою игру. Сегодня КВ будешь, Стив? Не уверен, может быть, но это не точно. Такой вот ответ. Я просто после трансляции пойду отдохну, какое-то время покушаю, там сколько это пройдет, не знаю. Может быть. Так. А мы смотрим за атакой, которая пытается прорваться под даплен. 3-2 уж ситуация. Пиза, Артукей под длиной, информацию в обороне есть. Эвастейшн идет на зачистку. В спину заходит, Артукей должен съедать. Есть такой момент. И раунд уходит в копилку. Тубианонс играет очень быстро. Да не ту энерджи взял. Понимаю. Код будет? Алло. Не, ну так угрожающую писать, конечно, не нужно. Кодик-то я скин. Но не надо его именно требовать. Как будто кто-то что-то должен. Мы просто скидываем, ну вот, взяли и скинули. Делаем приятное для вас. 4 в 5 ситуация. Потеряли Эдмайра. Атаковый момент. Артуки, кстати, хаешка прям под ноги. Ой, успел убежать. Вот такой вот момент. Хотим аук. Да без проблем будет. Следующий код, который я скину, будет именно аугом. Но пока потерпите. Оник. Опасная игра. 25 хп. Он играет на кассе с кемпой. Хай прилетела. Нужно потанцевать. Ну, все, Кейксик замещает пиксели. Спарсона немножко не хватает. Попасть по таймингу. Так. Оник ждет. Есть позиция. Из плохих новостей, что может ему залететь сюда хаешка. И некоторые залетают красиво. Особенно красиво залетают ребята хаешки. Вот я вам опять же рассказываю, кто... Ну, из своих, своего опыта какого-то, когда стою на курятнике, где вообще игрока там нет, просто хотел показать. Прямо в дверь. В следующем раунде, наверное, уже даже покажу, или же нет. Ну, в общем, под ту дверь, ребята, дальнюю. При заходе на курятник. Там, если красиво забросить, то ни вперед, ни назад особо ты не убежишь. Но такие хаешки очень редко залетают. Но когда они залетают, с ними приходится, ну, прям, вообще, плохо. Окей, 4 в 4, заход на бету, отбито. Он играет здесь соло, он погибает здесь соло тоже. И атака пошла на апленд, но... Сейчас мета такая, что пытаются сплитовать все команды. Пытаются фейковать на одну, на вторую точку. Поэтому оборона уже зачастую просто даже не ведется. Остаются на альфе, но на альфе периодически погибают. Игроки обороны, Спарсмен 2 оформляет. И есть постановка на апленту. Есть время на нее, и сейчас никак не мешает ни Эва, ни Диспирейшн, который перемещается с бета. Так.
наши от Desperation, как наши практически вантап забирает артуки, а теперь один в один, Спарс, от него уже минус 3, как минимум в этом раунде, открытие было, и Спарс, Квадро. Пятый раунд для Дракхорсов, которые просто уверенно забирают эту игру. Ну и пытается здешний с Яриком поработать гусями. Но нет, не таких гусей, обычных. Можете попытаться как-то позакидывать, но не спамить. Не спамить в коем случае. Нельзя, опять же, чтобы чат состоял только из гусей, к примеру. Или чего-то другого. Без спама. Поэтому такие сообщения, они просто блочатся. Просто этот гусь, он мужчина, он прям во весь рост встал в чатике. И перекрывает очень много. Если каждый будет так спамить, то это опять же, это уже не чат будет. В принципе. Ну там адекватно ты ничего не прочтешь. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. И я видел то, что... Ну я понимаю, что ты, наверное, недоволен тем, что твои сообщения-то стирают. Ну, ты должен понимать. Ита, Эдмайер на защите центрального от кафе играют. Лакос смог найти минус по Спарсу. От Вастейшена хаешка пытался закрыть, возможно, аркаду Роза, но ее не было. Он не пошел дальше. Итак. Поиски фрагов от игроков Туби Анонсы продолжаются. Семерки. Диспрешен просматривает хаешки для Эва. Ну тут пока все окей. Так, ну их трое. Все крадутся. Об этом полетели смоки. Полетели хаешки. Роуз сыграть будет на приеме. Но захода пока нету. Кстати, просматривает хаи и раскинет свою лакост. Оник в это время будет закрывать перетяжку с альфы на Б. Но она будет сразу же практически. То есть, как раз таки стоит... У ее там Хайзер летает, и там Фита стоит, он просто быстро переместится, если это будет необходимо. Но это уже необходимо, потому что Эвестейшн забирает двоих на проходе. Минус Артукей, минус Роуз. Далее прошли ребята, от Фита Хае неплохая, но он погибает. Эдмайер соло против троих. Может выйти на бета через ЦК, найти там Моника Родова, который петляет, петляет, уходит. И успел. Последняя секунда. Бомба была установлена. На контроле проходит, пока что незамеченным. И может выйти на широкую. Прямо на Оника. Забирает его сейчас, но он рыдовый. Неприятности для Эдмайера о том, что был именно рыдовый в его доступности, так скажем. Если бы это был условно Вейзик с соткой хелсбара, то было бы приятнее, потому что он его бы задрал легко, а вторых, точнее второго и третьего рыдовых было бы здорово, но не в этот раз. Сегодня у меня днюха. Но Джойкс, это... У меня просто прострация, я сейчас по никнейму этот... Ну как? Ну если днюха, то, конечно же, поздравляю. Снимаю шляпу. Тут бокал за вас. Ну а тут атака, которая пытается ударить на плен, была полностью закрыта, практически без потери от игроков Dark Horse, которые получают 6-й раунд и двойное преимущество для себя. Так, попытки захода, Эвестейшн пытается пробраться, но тут он же даже видел оппонента. Почему он продолжил дальше бежать с ножом, не ясно. Секунду, опять же стирает Dark Horse со своего оппонента и Туби Анонсы просто прокатили. Начало миссии. Так. Раскидывается хаи на четверку, лакост, минусует с парсом, открытие на Эва, Роуз просто на мужика вышел, просто забрал, просто отошел. Ну, просто раскатывает сейчас Dark Horse своего оппонента, реально, как семки щелкают. Бойзик пытается бороться через смоки, там куда-то целит, ну, выход в линеечку забирает Desperation, вот так вот. Слышит на респауне, точнее, симерки перетяг на респаун террористов. Понимает о том, что там оппонент есть. Идет на его зачистку. Роуз сидит в позиции. Заметили друг друга. А Desperation это третий фраг. И, наверное, понимание должно быть о том, что игрок противоположной команды находится примерно на бете.
Это можно представить. Ну, можно представить, что, конечно, и на альфе. Понятное дело. Disperation. Чекает ЦК. Пройдется, опять же, на контроле. Время есть на это все дело. Еще как минимум минута. Так что проблем нет. Он идет далее. Выход на зонты. В это время Артукей просматривает семерку. Возможную позицию, на которой мог бы отыграть Disperation, но нет. Идет по зонтам. Так. Disperation. Выход на широкую. Сейчас будет контакт с Артукеем. Выход пошел. Disperation. Не получилось затащить этот клатч для него. Но nice try. Take my energy практически помог. Не со всей силы. Вот если бы Техновикинг бы послал эту поддержку Disperation, может быть бы и получилось. Как раз таки о том и написал Дакота. Лучше бы Space дал. Но не им. Так, Хайя залетела под Devastation. Devastation просто последние сейчас раунды, ну, просто погибает. То на ножах, то смотрит в пол куда-то. Где-то как-то, но не лицом к сопернику. Неприятно. Поэтому игра его на обороне была отлично от того, что сейчас происходит. 4 в 4 ситуация. Попытки прохода на плент. Раскидываются хаешки обороной. Будет прием в упоре. Пита спокойно ловит Golden Inspiration. Удаляет Эдмойер. С легкой руки также забирает двух оппонентов для себя. У них последняя игра на поле. Ой-ой-ой, хороший фазум в сторону Эдмайера. Фраг получен, а теперь 1-2. Но информация по Онику есть. Можно попытаться уйти как-то на КТ, далее на бету, возможно. Поработать подобным образом. То есть сейчас просто 100% инфа у Даркорсов имеется о том, что оппонент в альфе. Скорее всего, если поставить прямо сейчас, это будет именно этот плент. Вот как-то так. Итак. Будет постановка на альфе. Бомба была установлена. Окей, окей. Просто лепит. 9-3. Победа-то в любом случае, конечно, есть для Дракорсов. Уже спрашивали за вторую карту. Какая будет люкс? Нет, не люкс. ВВГ, спасибо. ДДВ. Миссия успешна. Начало миссии. Просит кодик. Ему тут казак объясняет, что я еще ни разу не забирал ничего, забей. Но коды забирают реально быстро. Так, нашивы идут, Лакос под ними стоит. Фернар Пакея свои ведет нашивы, забирает в упоряр. Раз, хае, вот ну что, что, как? Лакос запнулся в кнопках, не смог хаешку обойти, не знаю, как будто вот... Ну я почему-то сразу представляю футболиста, который ведет мяч, к примеру, вроде бы влево-вправо пытается в менты крутить, вроде бы мячик здесь, а на самом деле ничего нет, и он как бы... А, да что, а где мяч-то? Как будто, не знаю, ногами сам себя запутывает, и, ну, я не знаю, что происходит, как это вообще назвать, но, по сути, сейчас ты ба, как будто, ну, сами не свои. Что-то немножко не получается у них, не удается игра, а у Dark Horse, наоборот, все летит, хаешки, нашивы, какие-то выходы, да без проблем. Везик последний, 40 хп, выход от Майера, с кемпой его остановили, выход на спар, сейчас будет, заметил, кстати, Везик его, аккуратно чекнув, но далее выход за спину был, еще и спар нашивал. Победа! Игроков Dark Horse на счетом 10-3 заканчивается противостояние на Мидтауне, очень быстро отыграли, тут реально просто Dark Horse съели оппонента, иначе не назовешь. Давайте сразу итоги по ставкам подведем. Вот, сейчас хотя бы изображение побольше стало. Так, тут уже с минус стороны. Давайте, ребята, я пока нажму здесь. Счет еще раз 10-3. Dark Horse победили, смотрю. 10-3. Никто не поставил. Слотик отдал. За кодами для вас. Еще РБ раз. И давайте на второй код дам еще на маску. Итого 10 активаций, ребят, на каждый код. Соответственно, это вообще 20 в сумме. 20 человек могут забрать. Вот теперь это должны каждый успеть. Два кодика сразу скидываю.
Так. Прошу без оскорблений в чатике. Мистер Вакуум. Так. Да, привет тебе, конечно, но 600 секунд. Немножко без чатика. Начало миссии. Да. А, аук. Ну да ладно. Все, ладно, ладно. На следующий будет аук. Ладно, ладно. Но я сбросил два кодика, все. Я бы скинул в обычной ситуации, так скажем, один код, а тут я скинул пару. Ну все, 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 не кричите. Ты, казак, не успел активировать, серьезно? 20 кодов, грубо говоря, было разыграно. Я не понимаю тогда. Так, обнулю счет. Немножко отвлекся, ребята, на чатик. Смена девайса идет, эвастейшн. Тиммейтами пойдут по винтам. Кстати, все идут в одной точке. Рост, такой стояночка. Надо развернуться, посмотреть. Ну вот, как только открылся, сразу же пачка залетает. 2 в 2 ситуация. Проходы под аплент. Спарс. Пытается префом отстрелить оппонента, но он отстреливает сам себя. Оник минусует. Вот, ну что, серьезно, что с тебе анонсы? Не понимаю. Они не могут как-то даже ровно ходить. Вот реально, если бы тест был у полиции о том, что, сударь, пройдите, пожалуйста, по линии ровно, достаньте кончиком, кончик носа пальцем, ты бабы не прошли. Звучит как-то грубо, наверное, в отношении тебе анонсов, но серьезно. Они просто сегодня как-то, ну, не могут показать просто хотя бы игры какой-то. Как-то вот, ну, вот так вот, ну, я иначе просто не назову. И опять же, наверное, для некоторых людей я освещаю тот момент, что мы не ставим перед собой задачу кого-то захейтить специально. Или же специально кого-то, его заслуги преувеличить. Если даже вдруг такое произойдет, то это в любом случае не специально будет. Мы просто говорим то, что видим, мы комментируем. Если человек делает или команда хорошо, мы говорим об этом. Если плохо, то тоже. И это даже хороший момент, потому что есть команды, которым наоборот интересно слышать то, как говорят, разбирают их игру. Пусть и неприятный момент, и неприятно слышать что, то, что ты делаешь какую-то, допустим, фигню, и у тебя не получается набирать раунды. Но для тебя озвучивают, для тебя помогают, разжевывают иной раз и вообще освещают этот момент, и это удобно. Далее на повторе ты уже можешь разбирать свои моменты с командой и прогрессировать, а это, наверное, самое главное, что должно быть, опять же, прогресс, которому вы должны следовать. Смотрим. Ситуация 3-3. Desperation играет на боковой, Рос в тэшке на поджиме. Опасная, конечно, близость, в принципе, но... Выход, кстати, Эвастейшн не чекает нычку, Роуз дает фраг, выход на Desperation, там не удалось разменяться, точнее продолжить свою серию фрагов, но вот Desperation как раз таки разменялся. Постановка на планту, залетает хаешки, прям под Desperation не удалось забрать с нее, ну вот остался Спарс, который был надеждой для обороны, но он был убит. Это первый раунд для атаки. Сегодня самолет будут играть? Нет, это последняя встреча сегодняшнего вечера. Так. Выход пошел. Хаешки от Артукия забирают лакоста. Далее выход от Оника. Смог забрать с боковой. Тут просто пролетают на пленту. Забирают еще также Эдмайра. Но и оборона сыпется. Стоит укрепить, наверное, альфу игрокам Dark Horse, потому что, опять же, на нее надежду теплят ТБА и работают они хорошо, в принципе, забирают сейчас для себя уже два раунда. Ну, это я, конечно, еще погорячился, просто два раунда — это пробитая точка. Как-то вот так вот. Я скорее больше об этом. Артукей, выход по перемычке. Хаешки, тянут время его. Еще хае. В это время Фита, выход по тэшке, у него 4 хп, попытается как-то помочь тиммейту, забирает Desperation, немножко ослабил оборону этой точки, и для Артукея возможность на выбивание бомбсайда и забирание этого раунда, ну, тут как-то тут вот так вот, остается лишь только надеяться на низ диффуз, ну, выходит Вэзик и, наверное, просто порежет. 2-1, это нож! Я не успел, пишет Андрей. Ну, как-то вот так вот. Ну, 20 кодов, считайте, было. Так что, ну, не знаю. Еще скину обязательно аук. Я запомнил, аук, плейс, я скину.
Просто тогда я что-то как-то... Оник, ну... Ну что? Ну что? Почему это происходит? Он сам себя на бочке взрывает. О май гарабл. Я просто без слов, серьезно. Лакост проходит под мидл. У него 30 хп. Нет, Фит его не заметил. Топает. Лакост это слышит, оборачивается. Старается поработать по винтам. Но, разумеется, нужно как-то и дальше, наверное, проходить. И развернется, как только где-то оппонент или... Ну, как он увидит, если будет... Не будет, конечно, смотреть, но такой момент. Стивен, насчет ставки ЛС посмотри. Да, я увидел твое сообщение, но я не могу прямо сейчас тебе ответить. Я отвечу тебе обязательно. И ты код свой гарантированно получишь, как ты. И, в принципе, каждый раз озвучивается, что вы получаете свой код. Есть такой момент. После матча скину. Как раз у тебя там на выбор будет кады. Я тебе напишу, что ты можешь выбрать, и я тебе потом скину. Не переживай. Спарс забирает Лакоста. И получает раунд для себя Даркорсы. Ситуация по раундам на равных, но стоит, как я и говорил, в принципе, Даркорсам пересмотреть оборону Апплента, потому что она страдает, в принципе, сейчас. Посмотрим, как будут работать дальше. Разбивает бочку. Все пока окей. Эдмайр забирает Лакоста. Игра на мосту. Была его закрыта. Рост на аркаде. Против Inspiration нашел, пошел. Inspiration фраг себе нашел. Пачку залепил по Роузу. И выход будет под боковую. И альфа опять же ослаблена. Inspiration. Там он выходит как раз таки по таймингу, потому что Спара закидывал хорошую хаешку на боковую. И могло быть неприятно. Ну вот выход на Б теперь будет от атаки. Втроем. Оник, Эвастейшн и Вейзик пройдут под бету. Который представлен игрок с никнеймом Артукей. Они втроем практически за ручку идут. Ага, пошли. Садитесь в тачку, просто грузитесь. И поехали. На машине, почему бы нет? На втроем на контроле. Грудутся войны. Кстати, все в разных скинах. Вот такой вот момент. Поймбланк 20-20. Разные скины. Поехали. Выход на дорогу. Desperation. Опасная близость с Эдмайером. Кто кого убьет, еще непонятно. Выход от Эдмайера. И забирает Desperation. В это время Артуки работает в сторону Лейзика. Забирает его. Еще также закрывает его стейшн. Последним остался Оник, по которому есть информация. Он на бете. На шиф пошел. 20 хп осталось. Хаешки пытается разбрасывать. Но 1 в 4. И его раскатали так же, как и его тиммейтов. 2-3. Даркорсы выходят вперед. РБ и карабин. Аук не нужен. Ну или что-то из этого. Аук. Боже. Пожалуйста, наверное. Понимаю. Лапо забирает артуки. Минус получен. И пытается пройти на Б. Эдмайер. Слышит. Слышит выход уже в упоре. Ну он понимал, что прям совсем здесь пытался хаешку кинуть. Но, наверное, сам думает о том, что... Черт, почему я решил это сделать? Потому что в упоре оппонент, ну я надеюсь, что у него такие мысли появились, потому что опасно прямо перед лицом оппонента делать свапы. Разумеется, свапы убивают, как мы с вами слышали не раз. Итак, вроде бы была неплохая возможность для Спарса забрать голову Оника, не удается. Там Лакост вышел за спину по таймингу и дал на шифр оппонента. Смог забрать Фиту, просто решил скосить всех оппонентов, зажимая кнопку. Роуз там обороняется в альфе, спокойно всех закрывает. Лакост последний, старая информация о том, что на бете присутствует. Но пока что никак Dark Horse по этой инфе не работают. Они просто идут в закрытие апплента. Возможно, он мог выйти на перемычку. По этой информации работают ребята. Пока все чекают. Фита ждет выхода на винтах. Опять же, надежда подловить. Но нет. Роуз, кстати, уже не то чтобы повторяется, но закрывается в этой же позиции, в которой он уже однажды сидел. Опять же, важно понимать о том, что все ваши нычки, они порой будут чекаться гораздо чаще, или уже, возможно, префайры будут лететь, поэтому обращайте на это внимание, ребят. Лакост, выход на бой будет ставить. Других вариантов, в принципе, пока что нет. Есть хаешка. Окна тут не разбиты. Вариантов масса. Как отыграть бету при постановке ее. Посмотрим, что сделает Лакост. Спускается на узкую. Будет принимать, я так понял, в упоре, так скажем. Потому что активная позиция, хотя перетяжка на хаммер. Мидл не замечает.
И подожди, тут есть еще одна хаешка, которую раскидывал однажды Лакост, он делал красиво, немножко не доиграл в том моменте, когда раскидывал вот, вот такую хаешку хорошую, префом кинул. Все, она пока летит, пока будет минировать фита, и хаешка должна его настигнуть. Нет, все-таки успел фита среагировать, там как-то она реально долговато взрывалась. Еще одна с широкой. Это флешка! Пытается попасть в Лакост, но нет, не там оппонент. Но все-таки нашел его Лакост, божечки мой, садится и рос на дефуз. Но, конечно же, ты не разминируешь, нож берет Лакост. Красавчик крокодил, дальше плач затащил. Третий раунд. Миссия провалена. Начало миссии. Ахаха, джентльмены, удачи на такси. Да. Так, Вера, take my energy. Почитал, кстати, плюс. Скину я лук. Все, я запомнил, если что, репит. Начало раунда. Очень динамично играют ребята. Потеряли по два игрока по обе стороны также. Это перемещение на бету. Попытки Т2 пройти под бету. Вестейшн закрывает. 2 в 3. Деспирейшн. Перемещение на мидл, который слышит, конечно же, игрок обороны. Не работает фита по информации. По онику нету инфы. Видел? Видел же, нет? Чуйка сработала, но сейчас затопал, точно слышно дом. Диспирешн уже закрыли, а теперь информация только по онику, которая есть, которая, по которой работают игроки обороны. Все, они просто выходят, просто забирают, закрыли. Четвертый раунд есть для Дарфорса. Начало миссии. А нельзя сделать так, что кто активировал код, не может вести в течение часа больше. Но это жестко. Я не уверен, что в этом есть смысл. Это как бы максимальная лояльность к тем, кто не успевает. Но я думаю, такового реализовано не будет. Пост раунд в альфу. Пытается вломиться, это бианонсит. Но оборона пока что держит строй. Забирает Эдмейра. Забирает Эдмейра для себя Оника. Также был обе Диспирейшн. Вейзик танцует в альфе. Пытается здесь выбивать позиции. Артаки взрывает на бочке Вестейшн. Лакост танцует. Припрыжку забирает Артаке, выход на Эдмайра, 20 хп, хаешка хорошая, должна взрывать. Нет, не получилось, кстати. Отбежал Эдмайра, там будет постановка, Лакост просто убежит, да? Ему эта перестрелка не нужна, лучше выжить и помочь тиммейту. Пусть он и родовый, кстати, у обоих по 21 хелспоинту. У Эдмайра тоже эти же цифры, ребята, это заговор. Масоны, везде двойки, единички, о боже мой. 21 хп у Вейзика, 21 Лакоста и 12 у Эдмайра. Выход на Т-шку, там замечает Вейзика, как будто уснул. Выход пошел. Лакост. На двойке топает, пытается байтить. А выход Эдмайра. Эдмайр, ой, ее затащил на минималочке и... Пятый раунд. Есть для Даркорсов. Бомба деактивирована. И у меня призывает. Кайф. Ну, ничего страшного, ребят. Для вас пока что повисит вот такая вот картинка. Надеюсь, ребята заметят, что у меня все-таки крашануло, и не будут начинать, наверное, надеюсь, кого-то тоже крашануло, чтобы они просто в любом случае не начали быстрее. Но SSD, поехали. Нажал играть? Считайте, сколько секунд. Так. Ну, было, наверное, где-то 38. Сейчас как-то медленно. Картинка, быстрее проходи. В этот раз как-то долговато. Иногда очень быстро прям заходит. От разу на раз не приходится как-то. Вот в момент, когда решил реально засечь, сколько времени мне понадобится на заход, игра необычайно долго заходит. Ну окей. Давай. Пока как-то так. Ну вот уже игра вроде бы появляется, все, заставка за секунду, за долю секунды, здесь без проблем. Как только начинает мне игра нормально работать, ну, запускаться именно, то и все, я уже вроде бы здесь. Так, в городе, все, ворвался. И ребята меня подождали, найс. Возвращаемся в бой. И это сколько? Где-то 38 тоже, ну, минуту понадобилось, но обычно это гораздо быстрее. Окей, окей. Все, смену сделал. Поехали. Масоны, да. Так. Мэдмуэр. Вот окрашенный винтах. Полетели хаешки, подоника, у них танцует. Все, пока лакили его.
Хаи залетали на восьмерку. Доник на пенке винтов играет, забирает сейчас Эдмайра. Неплохой фраг для него получен. Ртуки вроде бы как не был замечен Вэзиком. Вэзик уйдет под Альфу, потому что там пошел движ. Хаешка залетает в сторону ямы, Оник танцует. И это Хае, которая ему залетала. Если бы не от Фита, то от Спарса бы залетела точно, потому что они забросили одновременно красиво. И забрали бы его точно. Ну, в принципе, потому что одна Хае сюда залетела, другая под яму. И он где-то вот так танцевал. То есть его взорвала вообще вот эта Хаешка. Если бы пошел сюда, то его бы и здесь взорвало. Вот я о чем. Хае залетает в сторону плента. Эвастейшн пробирается по яме. Подъем в сторону боковой. Замечает Спарса. Скидает смоки. На, говорит, покури пока что. Открытие пошло. Вэзик плентал, танцует. Бомба стоит, но стоит так, что легко убить, в принципе, Вэзика, и просто так задефузить нельзя. Но есть тиммейт, который прикрывает Эвастейшн, говорит, я тебя керю, минируй, будь здоров, дорогой мой тиммейт. Выход на артуке, и его забирает Эвастейшн, отличные минуса от Эва, позволяет забирать раунд Бианонса 5-4, Вэзик просто говорит, спасибо. Бомба деактивирована. Но проблема от Эвастейшна. Миссия провалена. Начало миссии. Боже, хватит, смотрите, попрошайте. Я скину в любом случае код. Ну, как бы, не, об этом не нужно писать его, да, реально, как бы, ну, вот сидеть, допустим, на трансляции только ради кодов. Мы их скидываем, опять же, вот, ну, чтобы вас порадовать, чтобы вам было приятно, как я тоже говорил ранее, и смотреть, и было и приятно, и полезно. Просто не хочется, чтобы чат и игра, трансляция превратилась только лишь в... получение кодов, так скажем. Это должно быть приятное и полезным. Еще раз же говорю. Артукей на респауне. Обсуждают сейчас ребята прошедший раунд, в котором просто отлетели Dark Horse, их просто приняли, и они сейчас вот вынуждены этот момент разбирать на респауне. Есть время. Артукей слышит Лакоста, выход на ноль. Может пытаться его закрыть, но может быть получен, уже нет, на шиф, но попадает по пачке. Окей, информация для обороны есть. Ну, наверное, респаун они не пойдут давить, это опасно делать. Поэтому придется дать ему время на обсуждение с командой. Пока так. Привет, очаровашка. О, говорит Юля, привет. Привет, Настя. Раньше было быстрее, пишет казак. Гораздо. А гораздо быстрее что? Игра быстрее или... Не до конца понимаю. Если игра, то ну не знаю. Но когда как? Некоторые моменты бывают, когда команды очень сильно затягивают... И прям ну, на последних секундах заходят. И зачастую они просто не успевают отыграть по этим таймингам. И все, и раунд просто проигран. От того, что ну, затянули. Но сегодня мы с вами видели и то, что даже когда времени не хватало, вот кулдауны. Просто залетали в плент. И делали красиво, потому что закрывали всю оборону, которая стояла же рядом. И как-то вот так вот. Выход на Оника. Оник раскидывает хаешки, чтобы как-то себя защитить. И смоки, в принципе, тоже. Есть такой момент. Но Dark Horse решили развернуться. Так. Раскидывается Хае. Диспрейшн. Надо потанцевать. Оставил там большую часть хп. Фита забрал его стейшена. В это время рост. Топот на винтах. Слышит это Оник. Потом пошел и спокойно Оник враг себе нашел. Но это рифма уже как-то часто заезжает. Ну как-то вот так вот. Оник забирает также еще и Эдмайера. 3 в 2 ситуация, оборона в меньшинстве, взлетают хаешки, оборона равняет ситуацию по живым игрокам, хорошо. Альфа вроде бы как получена атакой, можно бы попытаться поставить, но эти хаешки пока что сдерживают постановку нашивы в сторону Вэзика, Тартуке очень близко оставил его рудовым практически. Как же близко стреляет, да как будто чувствует, что там оппонент пытается нашить. Наверное, информация была. 14 кп остается у Вэзика, выход на плент. Оник рудовый, Артукей на развороте. Раз, два. Красивые упражнения позволяют забирать Dark Horse этот раунд. Шестерка в их копилке. Начало миссии. Не, ну хочется хотя бы раз и выиграть что-то. Смотрю, каждый день, а толку нету. Ну... Есть такой момент, казак, что, ну, мы тебя все прекрасно понимаем, но, опять же, озвучилось не раз то, что все вроде бы, в таких же условиях, как и ты, они нажимают Ctrl-C, Ctrl-V, и дальше просто кто успеет, какой-то такой момент. Inspiration, отличный минус 2, Спарс забирает Роуза также, в Эстейшн открытие будет на боковую, там Фита находится.
Это пока что под смоками, VStation не торопится, будет открытие, Фитова поле, кто быстрее среагирует, это VStation забрал фраг. 2 в 5, Эдмэра. Окей, вдвоем нужно, наверное, еще пообщаться, потому что сейчас у атаки Dark Horse'ов не удается как-то себя показать. И не удается влететь на оппонента, что мы с вами видели до этого на предыдущих раундах. Артукей, минус полокосло. Оник, опасная близость, пока что по Эдмэру нет информации, но вот видно пяточки. Оник среагировал, если под него, пытается забрать Эдмэра, который 10 хп имеет, но сейчас выход его, и смерть настигла. Третий раунд в обороне для Туби Анонсис. Привет, привет, Стиви. Начало миссии. Нет, я имел вход в игру. Понял. Ну, с HDD, ну, обычного жесткого диска, это точно не быстро, то есть там еще дольше заход. Тем более, если еще игра не установлена на C, то еще дольше будет как-то так. Это, ребята, кстати, вроде бы как лайфхаки, это вроде бы так и работает. Если у вас установлена игра на диске C, то у вас быстрее будет загружаться. Кажется так, но это не точно. Заход, попытка, фаста от Dark Horse'ов. Раскидывается хаешка, приемка в обе стороны. Минус 2 уже нашли команду, Desperation открытие с ямы, его Эдмэр закрывает. Оник. И Уэзик на двойке. Пойдут ли дальше вообще на альфа? Игроки Dark Horse. Открытие от Рыдова. Почему-то Спарса. Ну, в смысле, почему-то это то, что... Почему-то Эдмэр не пошел вместо Спарса. Хотя у него хп было больше. Но как-то так работает. Нашли в сторону Уэзика. Полтинник остается. 20 хп и 0. Отметка на хелсбаре в Уэзика приносит еще один раунд. Копилку Dark Horse'ов. Это семерка уже. Смотрим сверху, раскидки в сторону медла. Эдмэр попытается пройти, в его оппонентах будет Войсик. Оник будет, наверное, ждать момента до последнего. Бочка, бочка, опасно, опасно, пошел выход. Эдмэр все-таки погибает от рук Войсика. Ну и неприятности в атаке, выход на боковой, там Эвастейшн на подъеме. Эвастейшн пытался раскинуть хаешку, вроде бы неплохая, и сейчас залетает под Роуза. Теряет он большую часть своего здоровья. 4 в 4. Слышно топот на Т-шке. Информация для обороны постоянно обновляется. Раскидываются смоки. Хае в ответ по Desperation. Пока ни к чему не приводит. Хаешка тоника массовая. Нет. Забирает розу. А тут еще одна хае. Хорошо. Ну не массовая, но и так уже поработал неплохо. Дали на шип. Забрал оппонента. Во второй ситуации РПК на боковой. Инфа полная появилась по атаке. Возик должен бросать, да. Так и есть. Бросил бету. Пошел на перемещение в альфу. Открывается Вика, пачка от Лакоста, пачка Лакоста, от Лакоста дважды. И семерка в ответ. Пока что на равных. Каких? Уа, в дуалах было 90 патронов. Ни в каких. Да, отвечает Чос тебе. Вейзик. На прием моста играет, информация для него есть. Рисковать, я так понимаю, не хочет, отступает. Раскиды хае, хита под альфу. Ну и тиммейты в районе Б-сайда также попытаются поработать. Оп-оп. Бэби край, смайлик. Ставка, походу, не зашла. Ну посмотрим, сейчас все на кону. Или победа Туби Анонсед, или все-таки забирают Dark Horse для себя. Как минимум, ничью. Раскидывается хае, смоки. Сейчас пока что небольшое замирание. В ожидании выхода Dark Horse, который уже начинает открываться на плен. Пачка полетел по Онику. Desperation в это время смог забрать Роза. Далее открытие. Desperation дабл оформляет. Смотрим далее за ним. Desperation и Китка пошел зажимать. Но пошли и забирает Спарса. Минус 3 от него в этом раунде. Он погибает. 1-2 ситуация. 1-1. Артукей смог забрать Лакоста. Размен есть. Информация есть по Артукею. Хая пошла. И префом еще нашел. Пошел в сторону двойки. Точнее плента. Выход пошел в линию. Пытается высечь оппонента. Артукей сильные пики делает. 19 хп оставляет Эвастейшн. Как опасно сейчас. Есть 12 патронов в дуалах у Эвастейшена. Артукей. Дроп на яму. Это все слышит прекрасно. Эвастейшен. Это что, хае? Это был смог, бочки мой. Танцует Артукей. Уходит Эва. А куда пошел? Не ты ж за теров играешь. Ставит Артукей бомбу. Бомба была установлена. Пытается Эвастейшен уйти и поменять позиционку для себя. Но кажется, у него была ситуация лучше гораздо. Ну ладно, есть постановка. Артукей все еще ждет двойки. И перемычки. Ну и Эвастейшн крадется.
Вроде цена Т-шки. Но Ртаки должен догадываться. Еще и топот был на Т-шке. Но информация должна быть, ему это должны были сказать. Ртаки, все, он уже готов, он уже в позиции. Ой-ой-ой, через нычку тут пытается прострелить в Эстейшн. Времени нету. Сейчас Артукей должен забирать 79 хп, выход в упоре. И хп не было у Эвестейшена в перестрелке против Артукея. Он спокойно забирает этот плащ. Ну как спокойно? Ну по сути с нервичками. Думать о том, где твой оппонент гуляет. Он ушел вообще на перемычку, а потом вышел с Т-шки. Куда ты, дружочек, пирожочек? 8-7. Ничья — это то, на что остается надеяться игрокам to be announced в этом матче. Выход от Диспирейшена и Лакоста. Т-шку в линеечку сваливают всех. Отличные три минуса. Admire your 2K. Ой-ой-ой. Он порезать, что ли, хотел? Вестейшн пытался зайти за спину к Admire. Не понимаю до конца, что вообще происходит, потому что, ну да, костяные ножи, вижу, он умер с ними. Может, попытался, конечно, пробежать, но это не точно. Наверное, попытался просто порезать. Ну, я не понимаю. Иногда вот что получается делать? Тебе анонс, это реально на себя не похоже. Как-то сливается, что ли, в иной раз. Легко отдавая свои позиционки. Раскидываются хаешки. На пятерке есть выход. Эдмайер пытается работать в сторону пятерки. Замечает Лакоста и Планику. Вроде бы как тоже есть информация, но он один. Ставит пачку Оник по Эдмайеру. И это все-таки восьмерка для тебя анонсит. 8-8, ничего просим. Есть такой момент. Забирает карту для себя. Также игроки тебя анонсит. По одному очку получает команда. И посмотрим, кто ли поставил на ничью. Все, вышли ребята в секунду. Недовольны, наверное, собой to be announced и результатом. В частности, они просто в секунду вышли из лобби. И... Но есть такой момент. Так, смотрю. 8-8. Можете уже готовиться. Но, правда, задержка пока у вас пройдет, ребята. Давайте я даже потяну ее специально. Вот говорю так, чтобы у вас там успела задержка пройти. Я пока что прорезюмирую, что мы с вами увидели. А вы пока готовьтесь, ребята, все те, кто смотрел в полноэкранном режиме. Открывайте строчку ввода для кода. Я помню, я должен вам аук. Я его вот себе заприметил. Я уже копировал. Ставил в чат, но пока не отправил. Пока мариную. В общем-то, что мы с вами сегодня увидели? В принципе, очень много индивидуалки. Хорошо ребята сегодня отыгрывали. Больше, наверное, вот именно что в соло-исполнении каком-то. Какие-то выходы, отличные минуса, раскидки, хорошие раскидки. Некоторые из них мы с вами увидели, допустим, на Люксе. Кто не знал, там раскидки под ковш хорошие тоже были. Можете посмотреть потом на повторе уже. Канал, кстати, с повторами матчей есть под трансляцией. Я помню, мне сегодня писал Серж, кажется, о том, что нужно добавить на Ютубе в ссылке, в источнике. Ну там в информацию добавим, скорее всего, ссылку на Twitch, как-то вот так. И чтобы можно было переходить, в общем-то. Все ссылки полезны, как раз-таки, да, под трансляцией сейчас есть, под Twitch'ом. Вот, и ВКонтакте тоже подписывайтесь, ребята, смотрите за новостями, потому что некоторые спрашивают, где расписание, кто будет играть. Оно там все, ребята, есть, посты регулярно выходят. Вот. Ну и сегодня... Что, наверное, не то что прорывное, но с одной стороны интересно. ТБА реально на себя сегодня были не похожи. Они пытались отыграть как-то. Ставка у них была на метаун, на отпуск беты, но не работала. Dark Horse просто проходят, просто пробивают, просто забирают все в их руках. И как-то вышло так, что они проиграли. Ну как? Я не говорю о том, что они обязаны были победить. Просто я представляю, что думают в этот момент ТБА. Как? У нас же ведь так хорошо все получалось. В этот раз нет. Нужно будет посмотреть повтор, разобрать ошибки, понять, что нужно делать иначе, возможно. Или, может быть, как-то быстрее принимать решение о том, что эта стратежка не подходит. Давайте, значит, принимать в открытую. Не надо отпускать. Не получается. Как-то вот так. Так, там запустил здешние гуся. Сейчас еще, наверное, должен написать инком. Ярик. Ну, его нету. Не хочет, видать, мут на 600 секунд получать. И я, ребята, вас оповестил заранее, что сейчас будет откинут код. Вот и просто отсчет пошел. 3, 2, 1, Enter. Поехали. Все, ребята, Аук Блейз, горяченький пирожочек. Кто успел, тот активировал. Всех вас, ребята, благодарю сегодня за просмотр. У микрофона для вас был Илья Стивей Хайдаров. Приходите завтра, смотрите расписание в паблике по имблаке Спортов Шал Паблик, что я говорил раньше. До завтра.